Лёпа! Детская познавательно-развлекательная программа. Здравствуйте, уважаемые друзья! И прежде чем мы начнем... Итак, сегодня будет премьерный показ. За последние несколько месяцев ребята создали много новых короткометражных мультфильмов, тысячи фотографий, смонтированных в видеоролики, будут показаны вам сегодня. Напомню, детям, которые трудятся над созданием мультфильмов, от 4 до 12 лет. Впереди вас ждут удивительные анимационные истории. Садитесь поудобнее и радуйтесь просмотру. А ну голови мяч, кошечка. Попробуй забей мне гол. А, что это было? Сейчас принесу. Одна нога здесь, другая там. Куда он делся? О, мяч уже здесь? Я его нашел в Северном Китае. Оп-оп! О, посмотри, там уже шашлычок жарится. Переверни, переверни, а то подгорит. Хватит мне суетовать. Потому что я Бэтмен. Как замечательно тут отдыхать. Да, сестренка. Вкусное мороженое. Новинка сезона. Черный рожок. Вкусно. Что-то как-то жарковато. Жарковато? Окунись. Какая тут хорошая водичка. База Альтрона секретная. Итак, что нам делать? Слушайте меня. Ваша задача – похитить ящик Пандоры. Он находится в звездном храме. Мы согласны. Не дадим мстителям добраться до ящика. Где-то на краю вселенной. Звездный храм ящика Пандоры. Наконец-то мы нашли этот ящик. Вся охрана обезоружена. Можем спокойно брать ящик.
сейчас происходит? В интернете пишут, что украли ящик Пандоры. Не дадим злу вырваться! Вперед на борьбу с бандитами! Я Бэтмен! Так жми на газ, Бэтмен! Обезвредим зло! Внимание! В период только что украден ящик Пандоры. Всем супергероям отправиться на борьбу со злом. Иметь при себе головные уборы. Ребята, МЧС-инфо прислала. Пантера, заводи машину. Поехали! Ой, человек-муравей! Ребята, привет, я с вами. Я обхвачу тебя, и мы полетим. Я согласен. Я пока подключусь к Черной Пантере, к его костюму. И взломаю его. Я Альтрон. Что у него загорелись красным глаза. Кажется, его костюмом завладел Альтрон. Ребята, вперед! Отправимся спасать ящик! Давным-давно в одной галактике жили-были стражи. Был у них скромный домик. В интернете столько всего интересного. Держи мяч. Я ловкий. Ребята, я испек кекс. Приглашаю вас к столу. О, я не против перекусить. Я как раз проголодалась. Я попаду по этим мишеням. Сегодня у меня отличная тренировка. У меня тоже классная тренировка в компьютерных играх. Еще один выстрел. Я лучше. Друзья, горячий обед готов. Отлично. Кушать, кушать, кушать! Да скоро они там уже придут. Да, действительно, уже проголодались. Я их крут! А вот он я. Приятного аппетита. Спасибо тебе, Ракета. Кто там? Да, кто там? Это я, почтальон Печкин. Заходи. У меня для вас новость, только я ее вам не скажу. Быстро говори.
Хорошо, новость следующая. Ящик Пандоры похищен. Все зло может вырваться на свободу. Вам нужно найти ящик. Да! Где-то в далекой галактике. Монстромина. Это ловушка. Нет! Кажется, у нас проблемы. Они справились с этими монстрами, но на пути у них было еще много препятствий. Друзья, этот выпуск телепрограммы «Лёпа» подошел к концу. Но не закончена череда короткометражных мультфильмов. В следующей программе мы продолжим радовать вас новой авторской анимацией от юных воспитанников студии мультипликации «Лёпа». Ну а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.